нашей беседы «Содружество искусств». Мы поговорим о том, что такое синтетические виды искусства и как они возникают. Предлагаю тебе прослушать эпиграф к этой теме. Вновь к солнцу нить протягивает звук, где краски линий создают движение. В содружестве прекрасных вечных муз рождается мечта и вдохновение. Поэт художнику, а музыкант танцору, на языке эмоций, вздохов, взглядов, чувств, симфонии витражи, картины танцев и поэм узоры. Творцы искусству славный гимн поют. Из прошлых уроков ты знаешь, что разные виды искусства могут беседовать между собой или вступать в диалог. В процессе этого диалога возникают новые произведения искусства. Рассмотри внимательно изображение на этом слайде. Слева изображен дворцово-парковый ансамбль «Царское село», расположенный в России. Здесь беседуют между собой как минимум два вида искусства. Это дворцово-парковое и архитектура. Справа ты видишь музыкальный фестиваль в Англии, в котором диалог ведут и театр, и музыка. Но в процессе диалога искусств появляются не только новые произведения, но и рождаются новые виды искусства. На следующем слайде ты можешь посмотреть фрагмент представления цирка «Дю Солей». Это один из лучших цирков мира, и в нем выступают самые лучшие актеры из всех стран, в том числе из Беларуси. И подумай, какие виды искусства беседуют в этом представлении. Thank you.
Синтетические виды искусства – это виды художественного творчества, в которых органически соединяются средства выразительности разных видов искусств. Содружество разных видов творчества ярко воплощает синтетические виды искусства. В них элементы различных искусств не просто соседствуют, а дополняют друг друга. В синтетических видах искусства сложно выделить отдельные элементы. Каждый элемент интересен как часть целого. К синтетическим видам искусства относятся танец, театр, цирк, кино. В 20 веке к ним присоединилось и компьютерное искусство. На следующих трех слайдах представлены видеофрагменты. Посмотри их и выполни задание.
уходи. Почему? Потому что, когда я проснусь, и тебе не окажется, это будет так печально. Постой! Этот сон будет и будет. Только бы не проснуться. Это не сон. Просто у меня есть один знакомый джин. Не веришь? Смотри. Значит, это не сон, а просто волшебство. А ты можешь все? Все. Поклянись. Это у вас женщин клятвы, а у нас джиннов каждое слово правда. Подводя итог беседы, мы можем сказать, что синтетические виды искусства, кино, театр, цирк состоят из разных средств художественной выразительности и впечатляют нас с вами своей красочностью. Предлагаю тебе выполнить творческое задание. Создай цветную иллюстрацию к одной из любимых твоих сказок. Придумай для иллюстрации название. Успехов тебе! До свидания!